Всем привет! Вчера, 10 сентября, ходили в МВД по адресу Маяковского, 19, по городу Сургуту, получать мои вещи. Значит, мы пришли с этим документом, я его покажу. Его выписал Бабушкин, где он говорит: для передачи сотрудниками МВД принадлежащих вам вещей и техники вы можете явиться по адресу Маяковского, 19, кабинет 415, в любое удобное для вас время. Подписал время начальника полковника внутренней службы Владимир Анатольевич Бабушкин от 27 мая. Значит, несколько дней назад я вернулся в Сургут из вынужденного путешествия. И мы решили вчера, где-то в 16:00, мы пришли по этому адресу, зашли в главное управление МВД, попросили нас пропустить в кабинет 415. Нам девушка заявила, что такого кабинета нет. Тогда мы попросили вызвать начальника тыла, который мне звонил и также просил забрать вещи. Оказалось, что начальника тыла на месте нет, его не могут найти. В отделе тыла никого нет. В общем, там всех подняли, и дежурного, и не помню, кто там, человек 5, наверное, выходило. Ну да, нам пояснили, что нужно идти в другое здание, и сейчас придет за вами человек. Да, нам пояснили, что сейчас придет сотрудник отдела Т, и он нас проводит в соседнее здание, куда они переехали. И мои вещи тоже переехали туда. Вот. Пришел сотрудник отдела Т, Алешин, тут он прописан, Аксенов Иван Александрович. Он показал удостоверение. Впервые сотрудник отдела Т показал удостоверение. И мы пошли в соседнее здание по адресу Маяковского, 17/1. Это вход на ИВС, там по лестнице, по крутой наверх, и, по-моему, третий этаж. Вот. Меня по пути в коридоре я видел в одном из кабинетов Лавыгина, то есть он до сих пор там трудится. И меня завели в кабинет 415, где сидел Денис Александрович Душин. Он так представился. Вот. И мне показали один большой пакет. Но документы Денис не показывал. Нет, не показывал. Соответственно, со слов. Да, со слов. Это с его слов, что он Денис Александрович Душин. Он и раньше представлялся Денис, Дионисий, там, другими какими-то именами, я уже не помню. Они все так делают. Так. Когда мы зашли в здание, нужно озвучить. Да, когда мы... Право на защиту Антона было нарушено. Мое право на присутствие тоже было нарушено. Якобы я не принесла с собой доверенности. Я и не должна приносить с собой доверенность, так как Антон находился рядышком. Это если бы пошла одна, без его присутствия. Соответственно, я должна предоставить этот документ. А так как мы идем вместе, я не обязана предоставлять данный документ. Присутствие доверителя, доверенность не требуется. Вот, соответственно, мы не стали скандалить, что-то доказывать. Антон поднялся в кабинет, я ожидала его внизу в транспортном средстве. При этом мне Аксенов заявил, что в здании запрещена видео и фотосъемка, и потребовал, чтобы я не вел. Где опять-таки твое право было нарушено. Да, как покажи вот это вот все, можно было принять и без фото и видеосъемки. Вчера мы весь вечер проверяли данные вещи. Вещи повреждены, часть вещей отсутствует, диски отформатированы. Соответственно, человек занимался программным обеспечением. Его право на труд было также нарушено. Это я давай позже расскажу. Значит, мы пришли вот с таким протоколом, который был предоставлен
замначальника Романицы, это начальник ХМАО, этот протокол нам предоставили только 17 апреля. То есть во время вскрытия квартиры, проникновения 25 сентября, мне этот протокол не выдали. Я его увидел впервые 17 апреля, примерно 17 апреля, по электронной почте прислали. Вот такой ответ с протокола. Соответственно, этот протокол составлял Бабушкин Антон Владимирович, сын Владимира Анатольевича Бабушкина. Говорят, что он уже уволен. Так, и он составил этот список, естественно, этот список не полный. В этом я убедился, когда подготовил свой собственный список. То есть вот отсюда идет вот это то, что по протоколу, а вот это то, что не было в протоколе, но было по факту, и плюс еще вот эти вещи, которых вообще я не мог, не помнил и не знал, что они там. И у них они не были учтены. Значит, вся техника была с посаженными батарейками, то есть невозможно было проверить. Системный блок мне только после убеждения, что мне нужно обязательно системный блок проверить, включить, мне все-таки позволил Аксенов включить. Он меня убеждал, что у них все кабеля опечатаны и их невозможно отсоединить. На что я ему сказал, что я 25 лет занимаюсь компьютерами и впервые такое слышу. После этого он все-таки позволил предоставил кабеля и монитор, чтобы с клавиатурой, с мышкой, чтобы я мог включить свой главный системный блок, который я оценивал в 100 тысяч. Когда я его включил, я обнаружил, что дело в том, что вот эти два жестких диска у меня всегда были в рейде, в нулевом. То есть они для системы выглядели как один диск, а этот был отдельно. Соответственно, на этом сейчас информации вообще никакой нет. Один из этих дисков полностью пустой, на втором стоит система. Но система, я так подозреваю, что они по датам, я выяснил, что 17 марта они... 17 марта 2019 года они последний раз включали компьютер, операционную систему и полностью ее почистили. Вот тут рабочий стол видно. Вы можете поверить, чтобы у программиста с 25-летним стажем был такой пустой рабочий стол? Ничего не то, абсолютно. У меня был полностью заполнен всеми ярлыками, всевозможными, полностью рабочий стол. И у меня было множество наработок, 2 терабайта информации, даже более. Программы дорогостоящие. Да, программы, которые я сам создавал и сам разрабатывал, авторские разработки, с помощью которых я и получал доход. По сути, они меня лишили способа получения прибыли, дохода. И, ну, это как можно... Ну, помимо этого, ты еще покупал программу, которая тоже стоит денег, немало денег. Да, соответственно, приблизительно. До конца мы еще не в состоянии просчитать это все, потому что это нужно время. А времени, соответственно, прошло вчера и сегодня, так как продержали тебя больше 4 с лишним часов, и ты вышел в начале 9-го. Соответственно, возможности этого сделать у нас просто-напросто физически не было. Это приблизительный подсчет. 250 тебе ущерба нанесли, тысяч. Это как именно технически. Дверь стоимостью 150 рублей, так она и не была поставленная на место. В сломанном состоянии так и стоит. Денежных средств на данный момент у тебя нет, чтобы установить данную дверь. Соответственно... Не просто нет денежных средств, но и у меня отсутствует возможность... Даже заработать, получить чтобы доход. Что-то это сделать. Соответственно, ну, просто тупиковая ситуация. Непонятно, как вот с помощью вот этого, где абсолютно ничего нет... Мне можно... больше всего, извини, пожалуйста, я тебя перебью, интересно... Кто теперь ответит за это все? И кто будет возмещать этот ущерб? Ну, я считаю, опять-таки, озвучим, когда у тебя сняли дверь, и я пришла по доверенности как твой представитель, меня лишили телефона, меня лишили видеокамеры, видеокамеру так не вернули. Сделано это было, опять-таки, без протокола. Заявления были написаны, мы обращались с жалобами, чтобы разыскали вещи. Так как лица, изымающие данные вещи, были в масках. Соответственно, невозможно определить, кто и что, и с какой целью это делал, и для чего. Тем более у меня на руках имелась доверенность, что я имею полное право
как человек человека, представляет твои интересы. При этом мне не показались абсолютно никаких документов, на каком основании здесь это все производится. Было сказано, что якобы какой-то трупный запах почувствовали. Мне вообще интересен данный вопрос. Как можно почувствовать трупный запах в 16-й квартире через тамбурную дверь, если находится две квартиры, 15-я и 16-я? Почему именно в 16-й? И как так они определили через тамбурную дверь, что именно это трупный запах 16-й квартиры? Ну, эзотерики все. Просто странные какие-то вещи происходят. Ну, это, и кто на данный момент будет теперь отвечать за вот это все, мне непонятно. И кто теперь будет компенсировать и моральный, и финансовый ущерб. И упущенную выгоду. Потому что я за это, за эти полгода? За этот год, 25 сентября было первое проникновение, а второе 13 марта 2019. А первое 25 сентября 2018 года. То есть почти год назад. У меня вот это все изъяли, а 13 марта, ну еще там ноутбук, системный блок еще один, пару телефонов, да, экшн-камеру, ну то есть несколько наименований. Понимаешь, у меня еще какой напрашивается вывод? То есть кому-то что-то ты не понравился лицу, или кому-то не понравилось, что ты отстаиваешь свои права. В любую квартиру можно зайти, просто ограбить. Любого, значит, человека, который пришел защищать твои интересы, юриста, адвоката, неважно кого, можно тоже ограбить, и никому ничего за это не будет. Странно. Кстати, мы живем все-таки в правовой системе или нет? Или мы живем по понятиям? Кстати, все было упаковано вот такие 32 дискеты, да, упаковали, написали 32 дискеты, и ни росписи, ни печати, ничего. Ничего не опечатано, то есть вот так вот, все было упаковано. Хотя они утверждают, что у них там типа подписи поднятые были, все остальное. Вот специально упаковочка сохранена. Почерк не мой, это вот тут дискеты были 30. Как оказалось, их 34, то есть вот этот протокол, вот этот, обратите внимание, да, вот разница. Вот это вот и вот это все исписано с двух сторон еще. Разница. Везде все разнится. Ребята спешили, опасались, что возможно, что приедут мои соратники и заснимут на видео все их преступления. Поэтому я предполагаю, что не спешили и протокол составляли очень быстро. Что часть документов у тебя пропала. Да, вот я вот свой акт о приемке составлял более 4 часов. Они этот акт оформили, ну, буквально, не знаю, минут за 40. Часть вещей так нет, они отсутствуют. Часть вещей отсутствует. Соответственно, что нужно сделать? Теперь у нас время есть. Детально все это сделаем, подготовим. Нужно выходить, значит, с иском. Прошлый раз, когда я 13 марта подал иск о возврате вещей в суд на ОМВД города Сургута, где был начальник Ерохов, соответчиком был Романица, начальник ОМВД по городу Ханты-Мансийск, по всему округу Ханты-Мансийск. Как только я подал иск и разместил видео в интернете в 3 часа ночи 13 марта, через 7,5 часов дверь в мою квартиру была взломана. То есть я наблюдаю прямую связь, что подача, это вот именно месть за то, что я подал иск с требованием возвратить вот эти вещи, которые вы сейчас видите, часть из этих вещей здесь в квартире. Что ты в городе отсутствовал на данный момент. Да, я попросил, чтобы я подъехала. У меня есть множество свидетелей и документы, которые подтверждают, что примерно с 20 февраля до... Ну, 3 дня назад где-то. Да, где-то 3 дня. До 7 сентября я отсутствовал в городе. То есть это где-то 6,5 месяцев. Меня здесь вообще рядом не было. Что-то я хотел сказать... Ну, потом дополнишь уже другим видео, чтобы это не было сильно много раздуто. Как бы основную вещь мы сделали. Теперь детально вещи, которые поцарапаны, повреждены, часть отсутствует. То есть детально их сейчас засними, чтобы это все было. И все, а дальше мы прям будем расписывать это все и готовить новый иск, что делать. Вот такой беспредел творится в городе Сургуте. То есть, как меня вчера убеждал Денис Душин, что отдел Т якобы расформирован, что терроризм и экстремизм у нас в Сургуте якобы исчез.
И у них там какой-то новый, что по борьбе с этническими какими-то формированиями, переформировали их, одиноченко уволен, там, Бабушкин уволен, еще несколько сотрудников уволены. Но это информация со слов. Со слов сотрудников полиции. Документально не проверял. А мы знаем, как можно верить их словам, потому что есть решение суда, которое опровергает все их слова полностью. Ну, подожди, все. Вот такой беспредел творится в Сургуте, и все на это закрывают глаза. Получается, против любого человека, который решил защитить свои права и свободы, я вот лично призываю... Кстати, Антон, извини, тебя перебью. К тебе вчера обратились за помощью люди с Омска. Там, получается, одна управляющая компания перед другой управляющей компанией имеет задолженность. И люди, целый микрорайон, без горячей воды уже больше месяца. Приехали навстречу какие-то органы, называющие себя властью. Краткое там видео тоже они скинули. И просят, чтобы ты им помог озвучить это все в интернете. Потому что телевидению запретили приезжать и озвучивать данный момент. У людей просто, ну, можно сказать, паника. То есть это такой там крик души, у многих дети, у них нет возможности их не покупать толком, ну, ничего. Ну, это как-то неправильно. Люди оплачивали, люди абсолютно ничего не нарушали, и их даже вот таких вот моментов решают. Ну, о чем ты говоришь, если вот здесь мы целый год бьемся и не можем... Даже в процессе, когда ты свои вопросы решаешь, ты озвучишь, что ты помогал еще и другим людям, ну, решать их вопросы. Это и так все знают, я и во время задержания... старался помогать другим людям. И отсутствие в городе Сургуте, в Екатеринбурге помогало людям. И не только в Екатеринбурге, в других городах тоже. То есть за 6,5 месяцев я приезжал 12 раз. Много где побывал. Но я что хочу сказать в итоге, что получается, любого, кто призывает к соблюдению законов Российской Федерации, я именно призывал всех сотрудников полиции, прокуратуру, Следственный комитет и всех остальных органов, и, там, банки, почты и так далее, исполнять законы Российской Федерации. Согласно Конституции, там, действующим норм права и так далее. Меня за это вот так вот, со мной вот так вот обошлись, то есть я считаю, что это полнейший беспредел, вот так вот врываться дважды в квартиру по поддельному постановлению, хотя они там утверждают, что у них там согласно оперативно-розыскной деятельности, но там в инструкции четко написано, что данная инструкция не относится к жилым помещениям. То есть на жилое помещение можно входить только в рамках уголовного дела. Против меня не возбуждено никакое уголовное дело. Соответственно, помещение могли осмотреть, если бы у тебя было какой-то свой рабочий кабинет где-то, они могли осмотреть, либо транспортное средство, которых у тебя нет. Соответственно, осматривать было просто нечего. Ну да, у них санкция была только на осмотр там каких-то внешних помещений, но не жилых. Они по этой санкции зашли в жилое помещение. Получается, против любого человека, кто ставит свои права и свободы в нашей стране, может... Это смешно, это просто смешно. Да, звучит это как бы абсурдно, смешно, но такие ситуации бывают. Надо проще к этому относиться, уже как бы... Ну, мы все это пережили, мы уже как бы насмотрелись этого всего. Бывает, бывает. Ну, хорошо, если были допущены такие моменты, все мы люди-человеки, любой вопрос можно договорными отношениями спокойно урегулировать. Но при этом не нужно человека унижать, гнобить, там, пытаться что-то с ним делать, засовывать в психушки, камеры. Несколько раз. Если можно на договорных отношениях все это решить. Изымать вещи, взламывать квартиру и озвучивать такие угрозы, что я был вынужден уехать из города Сургута, опасаясь за свою жизнь и здоровье. И за свое имущество в том числе. Ну, кстати, вот дверь до сих пор стоит в тамбуре. А полиция никак... Ну, как бы завтра ты вот этот материал тоже оцени, добавь, да. Как бы... Полиция никак, ни полиция, ни прокуратура, ни Следственный комитет никак не реагирует, что квартира полгода стояла неопечатанная. То есть они ушли, ничего не опечатали. Соответственно, возможности проверить еще какие-то вещи у тебя просто-напросто еще не было. Да, и я даже не знаю, что они возможно, здесь что-то оставили. Может, какой-то порошок, может, какую-то литературу.
А может, без меня кто-то заходил, я же не знаю. Нет, ну здесь есть подтверждение, весь мир за тобой следит, ты знаешь, что ты не находился. За мной да. И что квартира была открыта, соответственно. А что в квартире творилось, неизвестно. Что в квартире творилось, ты уже ответственность за это нести никак не будешь. Как человек ты всегда это можешь заявить. Да, и видео подтверждение есть, и люди, очевидцы всех происшествий, вот этих твоих и путешествий, которые наблюдали данный процесс. Так что все нормально. Бывает. Ну, хотелось, чтобы такого бывало поменьше. Нет, так главное, 13 марта вообще удивительно произошло. Люди, несколько человек пришли разобраться, в чем дело, что происходит, почему дверь скрыли в моей квартире. А вместо того, чтобы им предоставить документы, основания, предоставить протокол изъятых вещей. У них позымали их личные вещи без протокола? Им не показали ни одного удостоверения, ни протокола, ни оснований, вообще ни одной бумажки. Все вещи изъяли, то есть телефоны, там, ноутбук, видеокамеры, то есть личные сотовые телефоны, с которыми приехали люди, у них тоже изъяли. И... Но это лирика, мы будем подавать иски и разбираться в данных процессах, куда делись мои личные вещи, потому что это уже идет ограбление. Так не только твое. Это не изъятие, это ограбление. Вот, я пострадал, ты, Татьяна Белянина, еще один человек. У меня же... Людей очень много пострадало. Да. Ну, как минимум 5 человек пострадало. Как минимум. Вот такие дела творятся в городе Сургут. Хотя, по некоторым данным, Сургут самый лучший город для проживания. Верьте статистике, называется. И проверяйте факты, что происходит на самом деле. Благодарствую.